Привет, дорогие друзья, с вами Белогривцы Дмитрий. Вот пришла очередная посылочка у меня с Алиэкспресса. В общем, заказывал такую штуку, чтобы недалеко, не отходя от кассы, как говорится, показать здесь. А вот, то есть это пауэрбанк на 30 тысяч миллиампер часов. А цена, обошелся он мне в 15 долларов, ну 16, грубо говоря, 500 там с лишним рублей. Не знаю, насколько это верить. Шла посылка довольно-таки долго, то есть порядка 2 месяцев. Я уже не дождался, купил вот тоже DNS-овский такой пауэрбанк. Ну, вот давайте сейчас для сравнения сравним, что здесь и что вот я в DNS взял. В DNS взял примерно за такую же сумму. Вот, но он у меня здесь на... Не видно, наверное, будет, не видно, ну... На 3000, в общем, миллиампер часов. А этот на 30 тысяч. Так, я тут уже чуть-чуть распаковал. Сейчас посмотрим. Так, ну, в этот раз здесь немного так. Немного здесь вот. Она вот погнулась, и что-то у меня вся. Вот в такой вот коробке. Что-то, видимо, на почте тяжело и пришлось. Ну, тут написано вот краткая вот инструкция, как и что. Вот, ну ладно, давайте само устройство вытащим. Итак, вот и распаковал. Здесь у нас в комплекте идет инструкция. С одной стороны вот на английском языке, с другой стороны на китайском языке. Потом в комплекте универсальный USB кабель. Здесь вот с таким вот входом. Но к нему тут еще вот несколько таких дополнительных штекеров под разные телефоны. Вот здесь есть под обычный USB. Микро, вот под микро USB, этот под мини USB. Ну, что вам скажу, она очень легкая по мне так. Вот если тут вряд ли может быть 30 тысяч миллиампер часов. Ну, в принципе, что касается аппарата, сверху здесь у нас солнечная панель такая, солнечная батарея, что он может заряжаться от солнца. Ну, ток зарядки небольшой, тут, по-моему, 0,3 ампера, как бы даже не меньше. Так что намного не рассчитывайте. И спереди здесь у нас 2 выхода, то есть на 2 устройства. Вот один выход, вот он второй выход. То есть одновременно можно подключать либо телефон, либо 2 телефона, либо еще там что-то у вас, планшет есть. Потом показывает уровень зарядки, вот индикатор. И вход для непосредственной зарядки самого вот этого аккумулятора. Ну, соответственно, кнопку включения. Ну-ка, вот я включил. Ну, вот сейчас вот 3 светодиода горят. Якобы он заряжен. Вот. Ну, давайте вот сравним. 30 тысяч. Ну, я не знаю, по весу он больно уж легкий. Вот, возьмем DNS-овский. Ну, вот он весит примерно так же. Вот, размерами. Вот если вот так вот приложить. Здесь вот 3000. Здесь вот 30 тысяч. Хоть он и толще, но он довольно легкий. Здесь, кстати, тоже есть в DNS-овском вот уровень зарядки. И уровень разрядки показывает, когда подзаряжаешь какое-либо устройство. Сейчас я покажу. Ну и вот здесь. Ну, в общем, давайте сейчас подключим, проверим. В общем, подключил свой телефон. Зарядка пошла. То есть все заряжает, также показывает индикатор. То есть сейчас уже он горит 2 светодиода. То есть он начал заряжаться. В принципе, потом можно протестировать, насколько хватит вот этой зарядки. Но для того, чтобы зарядить мне вот мой вот этот телефон, вот DNS-овского пауэрбанка, мне хватает ровно на 3 зарядки. То есть его на 3 зарядки за глаза хватает. Насколько этого хватит? По этим характеристикам его вообще прям... должно очень надолго хватить. Ну, все будет видно. Ну, вот, вот так вот он. Не знаю, как вот в процессе разрядки они будут гореть или погаснут. Мне так они сильно прям яркие. Они больше сожрут. Вот. Ну, давайте сейчас попробую его заряжать, поставлю. Там, скорее всего, тоже будет что-то подобное. Итак, поставил на зарядку его. Ну, в принципе, все так же, как и
на пауэрбанке в ДНС. То есть он заряжается и, соответственно, показывает вот уровень заряда. То есть это диодно мигает, как только он насыщается, он, я думаю, вот полностью покажет, что все 4 светодиода горят, и значит он заряжен. Ну вот, собственно, такое устройство. Еще потом потестируем. Ну, здесь также вот у нас написано, что вот он, да, 30 тысяч. Ну, вряд ли, потому что 30 тысяч это много. И он прям очень легкий. На покупке там было написано вместе вот с этим картоном 200 грамм он весил. Ну, это смешно. Итак, друзья, все-таки я не выдержал. Разобрал этот пауэрбанк. Ну, вот он был закреплен на вот такие вот мелкие шурупики. То есть они маленькие-маленькие саморезы. С одной стороны мы здесь видим солнечную вот эту вот панель. Вот, а с другой стороны вот на такой скотч вот был прилеплен здесь спаренный аккумулятор. Что значит спаренный? Вот двойной. Вот два аккумулятора обычных. И никаких тут не 30 тысяч. Как мы видим, здесь вот всего лишь 2000. Вот. Вот 3,7 вольта. 2000 МА. Миллиампер часов. Вот. Ну и запараллелено вот с этой солнечной батареей. Там на зарядку сделано. В итоге мы получаем не 30 тысяч, а 4000. И то не факт, потому что сами тут аккумуляторы какие-то на вид покоцанные. Не знаю. Китайский, короче. Ну, вот такой вот аппарат. По мне так, вот этот ДНС, которого на 3 зарядки хватает, это более солидно смотрится и приятнее и на ощупь и так. Ну, посмотрим, как это будет работать. Ладно, всем спасибо, всем пока. 3 ампера, как бы даже не меньше. Так что, намного не рассчитывайте. И спереди здесь у нас два выхода, то есть на два устройства. Вот один выход, вот он второй выход. То есть одновременно можно подключать либо телефон, либо два телефона, либо еще там что-то у вас планшет есть. Потом показывает уровень зарядки, вот индикатор, и вход для непосредственной зарядки самого вот этого аккумулятора. Ну, соответственно, кнопка включения. Ну-ка, вот я включил. Ну, вот сейчас вот 3 светодиода горят, якобы он заряжен. Вот. Ну, давайте вот сравним. 30 тысяч. Ну, я не знаю, по весу он больно уж легкий. Вот, возьмем ДНСовский. Ну, вот он весит примерно так же. Вот, размерами. Вот, если вот так вот приложить. Здесь вот 3 тысячи. Здесь вот 30 тысяч. Хоть он и толще, но он довольно легкий. Здесь, кстати, тоже есть в ДНСовском вот уровень зарядки, и уровень разрядки показывает, когда подзаряжаешь какое-либо устройство. Сейчас я покажу заряда. То есть это диодно мигает, как только он насыщается, он, я думаю, вот полностью покажет, что все 4 светодиода горят, и значит он заряжен. Ну вот, собственно, такое устройство. Еще потом потестируем. Ну, здесь также вот у нас написано, то вот он, да, 30 тысяч. Ну, вряд ли, потому что 30 тысяч это много. И он прям очень легкий. На покупке там было написано вместе вот с этим картоном 200 грамм он весил. Ну, это смешно. Итак, друзья, все-таки я не выдержал. Разобрал этот пауэрбанк. Ну, вот он был закреплен на вот такие вот мелкие шурупики. То есть они маленькие-маленькие саморезы. С одной стороны мы здесь видим солнечную вот эту вот панель. Вот, а с другой стороны вот на такой скотч вот был прилеплен здесь спаренный аккумулятор. Что значит спаренный? Вот двойной. Вот два аккумулятора обычных. И никаких тут не 30 тысяч. Как мы видим, здесь вот. Привет, дорогие друзья. С вами Белогривцев Дмитрий. Вот. Пришла очередная посылочка у меня с Алиэкспресса. В общем, заказывал такую штуку, чтобы недалеко, не отходя от кассы, как говорится, показать здесь. А вот, то есть это пауэрбанк на 30 тысяч миллиампер часов.
Цена, обошелся он мне в 15 долларов, ну 16, грубо говоря, 500 там с лишним рублей. Не знаю, насколько это верить. Шла посылка довольно-таки долго, то есть порядка 2 месяцев. Я уже не дождался, купил вот тоже DNS-овский такой Powerbank. Ну, вот давайте сейчас для сравнения сравним, что здесь и что вот я в DNS взял. В DNS взял примерно за такую же сумму. Вот, но он у меня здесь на... Не видно, наверное, будет, не видно, ну, на 3000, в общем, миллиампер часов. А этот на 30 тысяч. Так, я тут уже чуть-чуть распаковал. Сейчас посмотрим. Так, ну, в этот раз здесь немного так, немного здесь вот, она погнулась, и что-то у меня вся вот в такой вот коробке. Что-то, видимо, на почте тяжело и пришлось. Ну, тут написано вот краткая вот инструкция, как и что. Вот, ну ладно, давайте само устройство вытащим. Итак, вот и распаковал. Здесь у нас в комплекте идет инструкция. С одной стороны вот на английском языке, с другой стороны на китайском языке. Потом в комплекте универсальный USB кабель. Здесь вот с таким вот входом. Но к нему тут еще вот несколько таких дополнительных штекеров под разные телефоны. Вот здесь есть под обычный USB микро. Вот под микро USB, этот под мини-USB. Ну, что вам скажу. Она очень легкая, по мне так. Вот если... Тут вряд ли может быть 30 тысяч миллиампер часов. Ну, в принципе, что касается аппарата, сверху здесь у нас солнечная панель такая, солнечная батарея, что он может заряжаться от солнца. Ну, ток зарядки небольшой, тут, по-моему, 0, ну и вот здесь. Ну, в общем, давайте сейчас подключим, проверим. В общем, подключил свой телефон, зарядка пошла. То есть все заряжает, также показывает индикатор. То есть сейчас уже он горит 2 светодиода. То есть он начал заряжаться. В принципе, потом можно протестировать, насколько хватит вот этой зарядки. Но для того, чтобы зарядить мне вот мой вот этот телефон, вот DNS-овского пауэрбанка, мне хватает ровно на 3 зарядки. То есть всего на 3 зарядки за глаза хватает. Насколько этого хватит? По этим характеристикам его вообще прям должно очень надолго хватить. Ну, все будет видно. Ну, вот, вот так вот он. Не знаю, как вот в процессе разрядки они будут гореть или погаснут. Мне так они сильно прям яркие, они больше сожрут. Вот. Ну, давайте сейчас попробую его заряжать, поставлю. Там, скорее всего, тоже будет что-то подобное. Итак, поставил на зарядку его. Ну, в принципе, все так же, как и на пауэрбанке в DNS. То есть он заряжается и, соответственно, показывает вот уровень заряжения.